центре Москвы состоялся марш мира, участники которого выступали против военной операции России на территории Украины. По данным организаторов, акции шествия собрало около 50 тысяч человек. МВД сообщает о том, что число участников не превышало 3000. Марш мира и митинг в поддержку независимости и территориальной целостности Украины на проспекте Сахарова закончились в целом спокойно. Мой долг – выразить поддержку украинскому народу и его желанию жить независимо от диктатуры старшего брата, скажем так. Здесь собрались все, кто хотят мира между Украиной и Россией. Вот поэтому я и здесь. К местам проведения шествия и митинга были стянуты наряды полиции. О каких-либо нарушениях не сообщается. В тот же день в центре столицы на площади Революции завершилась демонстрация под лозунгом «В поддержку Крыма и против фашизма». Организатором патриотической акции стало общественное движение «Суть времени». В зачитанной итоговой резолюции говорится, что любая попытка повторить киевский майданный шабаш в Москве получит отпор всех патриотических сил. Конец цитаты.